Давайте мы сделаем с вами формовку. Формовку я буду делать методом батон. Очень люблю этот способ. Наверное, последний год. Слегка подпыляю стол рисовой мукой. Если вы переживаете, что можете залипнуть, можете посыпать себе на руки или просто вот так вот повести по столу. Нам не нужно много муки. Наше тесто уже выбродило, оно пышное и готовое к формовке. Смотрите, слегка придавливаем, делаем уголочек, натягиваем, складываем, подтягиваем слегка правую поверхность, прищелкиваем для того, чтобы выбить лишний воздух. Подтягиваем с левой стороны и дальше заворачиваем. Если у вас на столе будет много муки, то вся эта мука уйдет вовнутрь, и у вас может получиться просто некрасивый хлеб. Края защепляем. Кладем на расстрочку. Сыпать. Просто прицеленным пакетиком накрываем. Убираем на расстрочку.